Летом текущего года в администрацию города и областное министерство транспорта поступило обращение руководителей предприятий пассажироперевозчиков о необходимости увеличения оплаты за проезд в общественном транспорте. В последний раз цена на данную услугу поднималась 3 года назад. За это время неоднократно происходило подорожание топлива, смазочных материалов, запчастей, автошин. Кроме этого, изменились требования федерального законодательства к уровню заработной платы и транспортной безопасности. На 10% увеличилась совокупная ставка страховых взносов от фонда оплаты труда. В Министерстве транспорта Ростовской области согласились с доводами пассажироперевозчиков и утвердили тариф для Азова. Надо отметить, что в большинстве муниципальных образований региона стоимость проезда увеличили еще в прошлом году. Причем в Азове даже после повышения тариф остается одним из самых низких по сравнению с другими городами области.